нас будет блистать. Сергей Коршагин на бас-гитаре, Роман Бутаренко на своей новой кавказской гитаре. Я надеюсь, она ему поможет в его достижениях. Иван Акадов сегодня у нас в трубе. Еще у нас много-много гостей, которые к нам присоединятся. Для вас играл хорошую музыку диджей Франк, друзья. Он и продолжит играть для вас. Будет у нас прекрасный перерыв. И, собственно, композиция, с которой мы начнем, называется она «Кальвадос». Или «Кальвадос», кому как нравится. Будет она инструментального характера, фанкового направления. И мы готовы с вами поделиться хорошими впечатлениями и эмоциями, друзья. Готовы ли вы послушать хорошие музыки, дамы и господа, дорогие гости, да? Yes? Ура! Супер! Тогда мы начнем. Спасибо огромное, что вы все здесь, что вы пришли. Вы находитесь в клубе Алексея Козлова на мероприятии, которое называется «Club Мужчин». С чем вас и поздравляю. Песня называется «Кальвадос». Поехали!
продолжаем наше музыкальное путешествие сегодняшнее. Еще раз я вас всех приветствую, кто вновь к нам присоединился, кто вновь к нам прибыл. Вы находитесь в джаз-клубе Алексея Козлова на мероприятии, которое называется «Блав Мушев». Еще раз всем доброй ночи, дамы и господа, здравствуйте! Мы для вас играли такую замечательную инструментальную композицию, и гитара Романа, видимо, помогла очень хорошо. Итак, продолжим. Я бы хотел пригласить на сцену сегодняшнюю нашу гостью, замечательную вокалистку, прекрасную девушку-красавицу. Ее зовут Анна Гуричева. И Анна Гуричева для вас сейчас изобразит очень хороший, интересный трючок, который называется «Нокин», друзья. Кто-нибудь знает такую певицу, которую зовут Ледиси, друзья? Никто не знает. Хорошо. В общем, сейчас узнаете такую певицу, но вместо нее будет сейчас у нас Анна Гуричева. Здрасте. И Вагия Хачатурян сегодня у нас на присоединиться на клавишных инструментах. Давайте приветствуем артистов, друзья. Мы сегодня здесь стараемся обязательно непосредственно для вас, дабы улучшить наше эмоциональное состояние. В общем... вот перед вами Анна Гуричева, я вручу микрофон, пока она будет рассказывать свой тяжелый творческий путь. Я ее выдам буквально пюпитр. Всем добрый вечер, доброй ночи. Всем добрый вечер, доброй ночи, друзья. Давайте, приветствуйте артистов. Ну что ж такое? We'll be right back.
сыграл у нас соло на гитаре на своей кавказской. Слышно было? Слышно было гитара, ребята, на кавказской? Кавказская, кавказская гитара. Можно чуть, конечно, погромче, все услышали. Магия Кочетырян играла на классе. Друзья, давайте мы тоже отдельно это отсюда. Итак, друзья, мы двигаемся дальше. Следующая композиция, которая прозвучит, автор ее такой замечательный вокалист, пианист, вообще, в принципе, максимально талантливый человек. Зовут его Стиви Уандер, друзья. Кто-нибудь знает Стиви Уандера? Кто знает Стиви Уандера, поднимите руку. О, супер, отлично. Значит, вы по адресу нашли. Итак, следующая композиция, он называется «На All I Do». Я бы хотел Елену Абаеву пригласить на сцену, которая сейчас с радостью для вас и для нас, для всех, изобразит эту композицию чудесно. Я надеюсь, она будет танцевальная у нас, веселая. Друзья, на самом деле у нас открыт танцпол, он везде, где вы находитесь, так что можно подниматься, танцеваться, в общем, делать различные всяческие вот эти вот элементы хореографические. Итак. Спасибо, всем привет! Елена сегодня Абаева у нас в гостях, композиция «All I Do», и мы готовы ее изобразить для вас здесь сегодня, друзья. Поехали! Bye.
Спасибо, друзья, огромное. Елена Абаева сегодня здесь в гостях. Композиция All I Do, Стиви Вандер. Ура! Спасибо огромное, Елена, вам. Друзья, мы продолжаем наше путешествие музыкальное. И следующая композиция, которая у нас звучит, она будет, конечно же, от Александра Абрамова, который к нам пришел в гости. И не только от него. Композиция будет такого, знаете, вот кто-нибудь был на Кубе, поднимите руку, кто был на Кубе, друзья, хотя бы раз. Или что-нибудь имеет представление об этом острове прекрасно. В общем, у нас сейчас будет такая композиция в стиле ча-ча-ча, друзья, если вы знаете, как он. А танцевать умеете, девчонки? Да? Ну смотри, танцпол свободный, бесплатный, поэтому используйте. И для осуществления этой композиции я бы хотел пригласить нашего, не одного, точнее, нашего, а наших друзей. Сегодня здесь у нас в гостях премьер есть Родриги Сиснерос, где он есть, замечательный наш барабанщик. Непосредственно из города Ульгин, непосредственно с этого острова прекрасного. Давайте поприветствуем, Мартин, друзья. Вот. И еще у нас есть в гостях замечательный человек, который притащил вот эту большую скрипку. Знаете, да, чем отличается скрипка от контрабаса? Друзья, контрабас дольше горит просто, вот чем она отличается. Вот, и... Вячеслав Фомин принес свой контрабас чудесный сюда, к нам. И сейчас для вас изобразит прекрасную мелодию. Я бы хотел пригласить на сцену девушку, которую зовут Софья Анонченко. Или Анонченко. Я боюсь ошибиться, но в общем Софью я хочу пригласить на сцену для исполнения этой прекрасной композиции. Вот Анонченко. София Анонченко сегодня здесь у нас в гостях. В общем, друзья, настроение хорошее у вас, я надеюсь. Латиноамериканцев клипов послушаю немножечко. Да? Классненько. В общем, Софья, в общем-то, сегодня у вас здесь, и мы сейчас непосредственно будем начинать. Ну что, друзья, послушаем хорошую музыку, настроение хорошее. Еще раз всем доброй ночи, кто вновь к нам присоединился. Вы находитесь в джаз-клубе Алексея Козлова на Главпоршеве. Я с этим чудесным образом поздравляю. И мы начнем замечательную композицию, которая называется Song for my father. То есть в переводе с английского означает песня для моего отца. Поехали! Thank you.
Thank you.
Ну что, друзья, вы напелись, я надеюсь, да?
спасибо за свою вокалисту. Окей, ну все замечательно. Давайте ему отдельное спасибо. Один еще к нам вернулся, я надеюсь, да? И один вернулся, так что это раз слегка надеюсь. Итак, друзья, мы передаем микрофон Софии. Артур, спасибо огромное. Данис Атаров, Артур Адам, Грегов, Вадим Четырян, все здесь у нас. И все-таки я хочу передать микрофон Софии, которая сегодня к нам пришла. Друзья, спели веселую композицию для вас еще раз. И мы пойдем на колу. Спасибо. Сегодня здесь на этой композиции Ренье Родригес на барабанах.
Вячеслав, нашим громадским, сегодня здесь пришел торжественным образом. Давайте его тоже поаплодируем. Прекрасно. Еще много-много вокалистов, которые к нам присоединялись. И я надеюсь, еще присоединятся. Дорогие гости, мы двигаемся дальше. Следующая композиция, которая у нас сейчас прозвучит, называется она «Мистер Клин», друзья. Кто-нибудь знает такого бас-гитариста, зовут его Маркус Миллер? Дорогие гости. Кто-нибудь знает? Отлично. В общем, хочу вам сказать, кто сегодня здесь вообще первый раз, хочется вас спросить. Поднимите, пожалуйста, руку, кто здесь сегодня впервые. Вот, молодой человек, и вот еще люди, вот еще... Вот, прекрасно. Дорогие гости, мы здесь собираемся каждую пятницу, веселимся, играем хорошую музыку, общаемся, в общем, тусуемся, отдыхаем, выпиваем и закусываем. Если вам понравилось, что у нас здесь происходит, мы вас ждем каждую пятницу. И для, так сказать, нахождения различной информации вы можете обратиться к нашей группе ВКонтакте, называется она просто «Главмонстер». Вот, там есть вся музыка, которую мы играем, есть фотоотчеты, есть видео, есть, в общем, все. Поэтому, друзья, очень будем рады вас видеть здесь каждую пятницу и присоединяйтесь к нашим социальным аккаунтам. В Инстаграме тоже есть, называется «Главмонстер». Все очень достаточно просто, английскими буквами, ничего нового. Итак, композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Мистер Клин». И Майкл Бавалово сегодня у нас на бас-гитаре. Сейчас будет вместо него, вместо Маркуса Миллера. И Алмаз у нас сегодня присел на барабаны. И Магия присел, естественно, у нас на клавишные инструменты. И Илья Шмаченко к нам еще присоединился. Вот этот замечательный человек на саксофоне для вас сегодня поблещет и можно много еще всего чего сделает. Друзья! Еще хочется Ивана Акакова понаблюдать где-нибудь в районе трубы. Да, и сейчас он присоединился буквально к нам. Дамы и господа, настроение у вас хорошее, я надеюсь. Друзья, все нравится. Инструментальная композиция, надеюсь, не слишком долгая. Очень огромная ко всем просьба, господа музыканты, не играйте слишком долго, чтобы не утомлять своим нажатием. Композиция называется «Мистер Клин», «Мистер Чистота», «Маркус Миллер». Мы готовы, вы, друзья, готовы послушать еще музыки хорошие? Дорогие гости, готовы ли вы? Ну, есть тоже выход! Ребята, прекрасно, поехали! We'll be right back.
We'll be right back.
Thank you.
Спасибо огромное, друзья. Иван Акадов на трубе. Илья Чувачанин на саксофоне. Роман Бондаренко на гитаре, на Кавказской. Бабек Чизелян на пианино, на гитаре. Майкл Бабалова сегодня на бас-гитаре у нас. Алмаз на барабанах сегодня у нас. Друзья, мы возьмем небольшой перерывчик. Но музыка на этом не будет кончаться, потому что у нас сегодня замечательный наш диджей, диджей Франц.
Корчагин на бас-гитаре. Роман Бондаренко на гитаре. Семен на трубе у нас сегодня здесь. Александр Абрамов на саксофоне. Илья Чувашенко. Да, я вот тоже присутствую. Ну что, друзья, как настроение? Все хорошо у вас? Что-то у нас тут, видимо, фонари да, выключили случайно, или что произошло? Друзья, следующая композиция, которую мы сейчас исполним для вас, она называется «Fate». Но не так, которая Джордж Майкл, а кто-нибудь знает такую вокалистку, которую зовут Ариана Гранде? Или Гранде? Знаете кто-нибудь? Ну хорошо, Стиви Вандер все-таки знает, наверное, больше, да, людей? Да, Стиви Вандер знает. В общем, это у них такая, знаете, совместность получилась, скажем так. И я хочу пригласить на сцену... Ну, в общем, друзья, разобрались барабанщиком, и я хочу вам пригласить, если уже молодые люди оказались на сцене, и, собственно, одного из них, этого молодого человека зовут Дали. Знаете, какого? Кто-нибудь человек, его зовут Дали. Вот. А эту прекрасную девушку зовут Алиса. Правильно? Как слышно, ребята? И вот, можно, пожалуйста, я хотел попросить ваших звукоинженеров, Вячеслав, добавьте, пожалуйста, вот этот микрофон немножко сюда, потому что я сейчас буду непосредственно петь. Итак, композиция 1, 2, 3, 4, 5. Можно еще чуть-чуть немножко, да? 1, 2, 3, вот, прекрасно, достаточно. И композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Fate». Да, друзья, послушаем такую композицию. Есть силы, и давай пойдем сейчас спать. Да? Повтор трансляции по голосу, смотри. Давайте, поехали. Друзья, поддержите Алису, у нее сегодня дебют, она впервые на главном джем. А, как вам? Спасибо, спасибо! Буду послать на танцевали, давайте выходите к нам! Yeah.
Yeah.
Спасибо огромное. Алиса Балуца. И Галина Сатара сегодня здесь у нас в гостях. Спасибо огромное, ребята, за зажигательные танцы, молодежные. Достаточно. Друзья, мы двигаемся дальше. Я бы хотел пригласить на сцену, девушку, которую зовут Татьяна Сэмп. Вы здесь? Да? Ждали? Ну, дождались? Давайте поприветствуем артиста. Сегодня здесь у нас гостя Татьяна. И сейчас мы с ней исполним прекрасную композицию, которая называется у нас, ни много ни мало, A Night to Remember, что в переводе означает Night to Remember. Что означает ночь, чтобы, видимо, вспомнить что-нибудь, или наоборот не вспомнить. Или вспомнить когда-нибудь в этой ночи, да? Всем добрый вечер! Раз, два, три, да, можно. В общем, друзья, готовы послушать. Музыка в стиле диско такая будет у нас сейчас. Веселая, раззадористая, знаете. В общем, мы с Татьяной договорились, что мы будем друг другу объясняться, что играть. И композиция Time to Remember, и, конечно же, для вас специально сегодня, это замечательная пятничная ночь. Поехали! Вы так круто танцевали, продолжайте это делать. Мы прекрасны, когда в танце. Спасибо! Thank you.
Thank you.
огромное. Татьяна сегодня здесь у нас. Венер на барабанах. Отлично, прекрасно. Спасибо. Мы продолжаем наше замечательное, друзья, путешествие. И я бы хотел пригласить на сцену сейчас Эрика Халматова. Эрик Халматов сегодня здесь в гостях. Замечательный друг, прекрасный человек, отличный вокалист. И сейчас Эрик для нас, для всех исполнит композицию, которая называется Unaware. Unaware. В общем, такой есть персонаж, его зовут Ален Стоун. Может быть, кто-нибудь знает. Современная, интересная музыка. Вот. И пока Эрик поднимается на сцену, друзья, я хочу спросить, как у вас, конечно, настроение. Дорогие гости, силы есть еще послушать музыку? Да? Засунемся? Ну все, все, давай пойдем. Давай пойдем? Пора уже. Хочу взять. Ладно. Давай пойдем чуть позже. Итак, Леонид Хайкин у нас присоединился к нам на барабанах непосредственно. Можешь, да, наверное, Эрик? Можно, да? Друзья, всем привет! В общем, композиция, которая называется... И Эрик назовет сейчас свое название. Значит, то, что я не знаю. Unaware. Unaware, да, я знаю. Поехали. Hey everybody, so we'll
Друзья, Эрик Халмара, спасибо огромное, Эрик Халмара. Эрик Халмара, это замечательно, чудесно, композиции. И, собственно, мы продолжаем наше музыкальное погружение. И я бы хотел пригласить на эту сцену наших сегодняшних гостей. Кстати говоря, Майкл Баба-Ола еще здесь? Интересно. Наверное, он уже ушел. Да? Наверное, да. Хорошо. Друзья, тогда я бы хотел пригласить на сцену Майкл. Да? Песню поем. Да? Ну, в общем, пока Майкл есть еще артисты, которые я сейчас могу тебе спеть песню. Композиция у меня сейчас будет хорошая. Зажигательная. Друзья, композиция будет называться Superstition. Ни много ни мало. Кто не знает, опять-таки, такого... О, ну, ну. Тейбл, да? Итак, композиция Superstition. И Вадим Хачатурян где-нибудь у нас здесь есть? А, здесь. Вадим Хачатурян, где ты есть? Покажись, пожалуйста. Если ты живых, ты точно знаешь эту композицию, и я у тебя уверен, что у тебя просто получится его сыграть. Ну, в общем, композиция Superstition, друзья, фанк. Фанковое направление прекрасного. Вот, я бы хотел пригласить в наше духовое отделение, кто знает эту песню, чтобы нам помогли тоже ребята. Что ты сказал мне, что если ты держи микрофон, я тебе могу сказать все, что угодно, да? Серьезно? Получается, что так. О май гад. Ай, я не могу сказать все. Ты или вас? Ну, в общем, господа, духовики, подтягивайтесь, и мы, пожалуй, до земли начнем. Прекрасную композицию, которая называется Superstition, друзья, поехали. Спасибо, Козлов, за первый раз. Я здесь. Привет. Are you ready? Everybody don't stop, come on. Everybody shake your butt.
very superstition. Is bound and down in mountain I'll be и Брайан Свич, друзья, вот здесь в гостях. Давайте поаплодируем артистам. Майкл Павлова играл на гитаре. Друзья, в общем, в завершение сегодняшнего нашего музыкального погружения мы хотим для вас исполнить очень красивую... Ну, почти. Очень красивую, замечательную мелодию, друзья. Называется она очень просто New York State of Mind. Но это не Алишер Кис, я сейчас спокойно. Есть такой замечательный вокалист, зовут его Билли Джоэл. Кто знает, кто такой Билли Джоэл? Кто не знает? Знаете? Любовь? Класс. Подходит. В общем, Александр Кузин сегодня у нас в гостях. И мы сейчас изобразим композицию, которая называется New York State of Mind, Билли Джоэл. Да? Александр Абрамов, конечно, не собирается сейчас душетрепещущие соло на альтсаксофоне в нашей лесополосе. Буквально Александр с нашей лесополосы вернулся и сыграет сейчас для вас душетрепещущее соло на саксофоне. Ну, доброе утро. Александр Кузинов сегодня здесь, друзья, давайте приветствуем его, пожалуйста. Yes. Здравствуйте. Сейчас буквально достанем эти сложные аккорды. Песня, потому что очень хорошая, но при этом непростая. А пока мы достаем гармонию, Александр, расскажи что-нибудь, как у тебя сегодняшний вечер проходит? Что тебе сегодня, впечатлило? Все впечатлило. Хорошая вечер. Класс. Тяжело вечер. Ну и еще. Сложные вопросы подают рожами. Ну хорошо, расскажи про свой тяжелый, нелегкий творческий путь, скажем так. Мой творческий путь еще только начинается. Я в Москве 3 года всего. А ты откуда сам? Из Севастополя. Из Севастополя. Отлично, ты у нас. Да. Ну ладно. Александр Кузинов, композиция New York State of Mind, и мы сейчас начнем. Я сыграю душетрепещущее вступление. Александр душетрепещущий споет, и Александр душетрепещущий сыграет на саксофоне соло. И также Сергей Корчагин и Борис Ионов тоже максимально душетрепещущие нам сэкомпонируют эту прекрасную композицию. И я напоминаю, если есть мужчины в зале, мужчины есть в зале? Я напоминаю вам, что есть девушки в зале. Песня красивая, такая душетрепещущая, поэтому давайте совокупимся в этом танце прекрасном, в этом импровизированном танцполе. Поехали. Thank you.
Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach, go to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on a Hudson River line, 'cause I'm in the New York State of mind. Movie stars in fancy cars and limousines, been high in Rockies under the evergreen. You know what I'm leaving, left them all behind, 'cause I'm in a real world state of mind. You are so easy living day by day, out of touch with the remembers. But now I need a day in the New York Times. Comes down to reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown or Riverside. Oh, no, 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 I'm leaving, leaving them all behind, 'cause I'm in New York State of mind. We'll be right back.
shaking around. Спасибо огромное, дамы и господа, дорогие гости. Александр Пахнин сегодня для вас в этой замечательной композиции. Борис Уонов сегодня на барабанах у нас. Сергей Корчагин на бас-гитаре. Роман Бондаренко на гитаре. Олег Бородин на тромбоне сегодня у нас здесь, друзья. Специальный наш супер-мега-гость. Эрик Холманов сегодня у нас спел прекрасную композицию. И, видимо, что-то еще хочет спеть. Ну что, друзья, у нас есть тут такая ситуация, что Эрик Холматов хочет изобразить еще одну композицию. Послушаем еще красивую песню. Да? Друзья. Еще одну красивую медленную композицию. Сегодня. Мужчины, я напоминаю вам, что есть женщины в зале, поэтому давайте танцевать. Сегодня день рождения у замечательной Камилы. Вы можете поаплодировать, пожалуйста, Камиле? Камила! Happy birthday! Итак, мы исполним еще одну композицию с Эриком вдвоем. Поехали. That's for you. That's for you. No, no, no. That's not song for you. Вот это я сказал вообще. But he's holding on, and he's holding strong.
Thank you.
Диджей Франц, друзья, для вас сегодня еще сейчас поиграет. Вот, я хочу сказать огромное спасибо всем вам, что вы оставались с нами, что вы выслушали нас, что вам все здесь понравилось. Спасибо вам огромное за эмоции, за аплодисменты, за прекрасное настроение. Дорогие гости, мы ждем вас каждую пятницу здесь, в клубе, в джазовом клубе Алексея Козлова. И вообще ждем вас здесь каждый день, потому что здесь всегда очень много всего интересного. Вот, хочется сказать огромное спасибо всему клубу Алексея Козлова, всем работникам, весь звукоцех, свиноцех, дорогие господа, огромное спасибо. Официанты, бармены, администраторы, охранники, повара, всем огромное спасибо, дорогие друзья, за вашу прекрасную работу. Давайте их поаплодируем за это немножко, дорогие гости, за то, что сегодня все пилось, лилось, наливалось, в общем, все делалось. Спасибо огромное вам, что вы пришли. Приходите к нам каждую пятницу, находите нас в ВКонтакте, группа называется просто Glahmos Jam, заходите, вступайте, в общем, все будет классно. Меня зовут Слава Бустров, друзья, до новых увлекательных встреч, ждем вас в следующую пятницу. Для вас диджей Франц, хорошей музыкой, поехали, еще немножко повеселимся, погудим, послушаем музычку, погнали, воу-воу-воу-воу-воу-воу!